Всем привет, ребят! Сегодня будет вот именно такая вот сборка, именно такой тест. Многие там бомбят, вот нахрена, если у него встроено взаимоуклонение, нахрена там ему еще что-то, каменка, если у него встроенная отражалка, которая будет резаться и прочее. Ребят, честно говоря, побегал, потестировал именно такую сборку, и мне она понравилась. Даже если у него сейчас будет стоять третий ангел, который понижает входящий урон, он все равно будет офигенным. Вот у него стоит психощит. Все по сути то же самое. В снаряге у него стоит уклонение. Сейчас вы посмотрите, насколько он интересный именно с такой сборкой и универсальный. Я бегал, ну, мне больше понравилось даже, чем с бастионом. Вот смотрите, сейчас посмотрите. Ну это просто жесть. Смотрите на его урон. Вот и кинул ему седну в помощь. Просто одна седна в помощь. Смотрите, что он делает. Смотрите на его жизнь. Это просто, ну, уму непостижимо. Но, ребят, даже такая сборка, и он просто реально тащит. И он не убивается, так как казалось бы, что его там будут просто унижать. Конечно, тут седна еще играет роль, но я ищу интересные варианты, интересные сборки, и мне вот эта сборка понравилась. По сути, и защита, и атакующие таланты у него есть. Сейчас попробуем без седны побегать, но, блин, круто смотрится. Так, ну я не знаю, ли мы тут сможем добежать тут. У нас есть Фрея. Может получится, мы сейчас Бигфута выманим одного. Нет, все-таки затащили Фрея и всех остальных. Но смотрите, даже с Фреей настолько он офигенно смотрится с каменной кожи. Она его не может просто так слить. Ворожая мы все-таки слили. А с атакующих, скажем так, талантиков, ну, с атакующего, что в нем есть сейчас, я покажу вам. Ни хрена нету. Он собранный чисто на дефный вариант с уклонением. Вот деф с уклонением, только передача энергии стоит. Все. Вот так вот, это не 12-й скилл, ребят. И, ну, а реально смотрится очень кайфово. Конечно, тут ангел решает многое, но именно я тестирую именно такой талантик, который будет универсальным. Смотрите на хранителя, смотрите на его тень. Они все равно даже при таком этом сливаются, а он сам не проседает практически. Вот что самое интересное, что он с таким талантиком, даже если его там заплочат и прочее, вы видели уже, что его умение работает, ему просто пофиг. Вот Анубис нас уже бьет. Ну как вам именно такая сборка? То есть это универсально, и атака есть, и отражение есть, и уклоняется. Ну, вот это кайф. Сейчас посмотрим, сможет ли он слить Анубиса. Анубис, кстати, нормально отражалки получает. И все время умение у него работает. Конечно, тут дамага нету такого заоблачного. Вот он там всех посливает и прочее. Но зато он у вас выживает. Смотрите, насколько. Но я не знаю. Это мы тестируем одного героя там против двух, против трех. Один на один он будет их просто тащить. Единственное, вот Анубис, например, который сейчас у нас. Он режет ему атаку. Если мы возьмем, кинем сюда седну. Он просто Анубиса сливает. Вот смотрите, герои просто не успевают не зарядиться. Вот возможно череп поможет. Не, череп тоже не смог. Вот в чем его универсальность. И в том, что вот это его именно умение новое, оно работает как автопрок. Один раз зарядился и все. Вот давайте такого потестим топа. То есть это вроде казалось бы херня, он не будет, не дамажить ничего. Но смотрите, урон у него есть, проседает он не так. Вот хранитель там уже включен, еле они его заколотили, он половину слил.
То есть пол жизни отнял. Если брать тот же самый Бастион, который стоял, да, он круто дамажит, но есть очень много но. Он проседает очень быстро. Так, а ну-ка попробуем тут. Даже накрас есть. Вот сделаем вот так вот. Нет, тут его, конечно, сейчас сольют, заблочат. Не вариант. Ну, успеет восстановить или нет? Да, успела восстановить. Вот он уже на своей. Ну, опять, Некрос 11. Ворожей. Вольт. И смотрите, он их почти слил. Они втроем его сколько били. То есть, есть как бы такой вариант сборки. И я думаю, он очень интересный будет для многих. Потому что все хотят какой-то универсальности. Так, стрелок. А ну без... Давайте попробуем отсюда забежать. Я, возможно, себе на основе оставлю именно такой вариантик. Даже стрелок, как видите. Он еще даже не активировал свое мини. Есть там стрелок. Он не так просто сливает его. Вот сейчас вот Афина бьет. Смотрите, сколько все бьют. И смотрите, как отражение работает даже при каменке. Да ну нафиг, смотрите, что он делает. И выжил и слил всех. Это просто жесть. Это у него нету восстановления еще. Он восстанавливается чисто от этого. Но тут, конечно, уже его подсольют. Но вот вы видели яркий пример того, что даже каменка при его отражалке, она не мешает, это наоборот смотрится на нем кайфово. То есть хранитель со своей тенью просто слились. Плюс еще стрелок нас дамажил, Афина дамажила. Ну вот так вот, ребят. Вот такая вот очередная сборка. Единственное, ему тут надо включиться. Тут, конечно, у меня стоит психощит. Сейчас мы психощит снимем. Попробуем сразу ремку, чтобы он сразу включался. Будет меньше жизни, но думаю, будет поинтереснее то, что он сразу будет включенный. И на такие вот расстановки, например, как моя, его выкидывать будет очень интересно. Так, попробуем тут. Вот он включился. Повелитель бури, Бигфут. Сколько они там его дамажат? Да ну нафиг, посмотрите, там осталось череп, там все благодаря черепу слили. Они почти себя убили. Тыква и Бигфут просто слились. Я не знаю, как там отражение работает, но смотрится это очень круто. Вот, смотрим на хранителя. Тут, конечно... И то, смотрите, он держит урон все-таки. Смотрите на Леди Лео. Она практически слилась. Это без отхила он бегает. Можно ворожая кинуть где-то издали. И его просто, ну, нереально будет слить. Давайте попробуем вот тут вот. И пойдем на другие локации посмотрим. Ну, обратка идет и, в принципе, неплохая. Так. Теперь я хочу посмотреть на него на арене. Вот какой-то Люцифер есть. Надеюсь, он... Не, он все-таки не по центру. Там даже череп у него есть. Попробуем вот так. Вот он на черепе включился. Мне интересно, насколько он будет проседать. Смотрите, сколько они его дамажат и какие обратки. По 37 тысяч. По-моему, очень-очень достойно. И урон он держит. В принципе, он может и сдерживать. Так, идем через верх. Не знаю, я не могу нарадоваться этому герою. Он бездонатный. Для бездоната это просто будет подарок. Так, что у нас наверху делается? Но опять же, смотрите, держит он урон.
Бастионова бы уже давным-давно слили. Так, с этим мы, в принципе, разобрались. Побежали дальше делать тест. Давайте потестируем в лабиринте его. Так, сейчас я посмотрю, где какая пачка. Изменить. Попробуем его здесь. Вот именно такую сборочку. Называется «Попробуем» и поставим эту команду. Вот он один. Это боты. Вот он включился, но эти боты очень больно бьют. И смотрите отражалки и как он бьет. Если кто-то пробовал, тут иногда бывает даже эти герои просто сливают. Вот он не включился еще, смотрите какие обратки проходят. Очень достойно. Все, и пошло понижение энергии. Но не могут они его убить, они его не могут пробить даже толком. Давайте так побегаем, я все равно потом обновлю, буду пробовать уже с пачками. Так, ну это, по-моему, уже живой игрок. Скорее всего, да. Да, это живой игрок. Ну, тут уже его слили. Теперь мы попробуем ему поставим седну. Сзади пристроим и попробуем так. Вот он не может включиться, его заморозили сразу же. Ну тут не вариант, конечно. Ладно, давайте в забытую сходим. В забытой та же команда у меня стоит. Я сейчас использую карты. Вот у нас есть Феникс. Давайте вот как-то так попробуем. Не будем особо расставлять героев. Ну, в принципе, неплохая пачка. Смотрим на урон. Ну, тут отхил идет. Не варик. Это не зверски. Это какая-то странная такая пачка. Лучше бы он на эту попал. Было бы интересно. Так, какой-то есть Кулио. Давай Кулио. Не, давайте не будем. Давайте обновим Феникс 5. Ну попробуем так. Давайте сделаем так. Первая, вторая, и они будут третьими. Огнекрыл, конечно, на 12 это просто нечто. Но этот герой, блин, просто божит. Вторая линия это... Я надеюсь, тут эти сейчас мы их сольют. Сольете? Да, должны слить. У меня что-то пачки не собраны. Отлично. Вот сейчас посмотрим, как он будет держать урон. Вот его заблочили. А, заблочили его умение, к сожалению. А вот он включился и не успел. Вот так вот, ребят. Не смогли бы все-таки посмотреть. Ну, я не знаю. Мне нравится эта сборка. Сейчас побегаю еще. Я сделаю скоро другую. И уже тогда буду определяться, какой ставить на основе талантик. Но это просто нечто. Смотрите. Он нормально держит урон. Нормально работает уклонение при этом. Плюс он дамажит. И что еще надо? Надо от героя на сегодня нам универсальность. Если он будет только дамажить, ну, это тоже будет не особо хорошо, потому что он будет сливаться однозначно. А тут
Смотрите, урона хватает с головой. Вот Рино подключился, ну. Вот с Рино они только смогли убить его, и то. Там Рино, скорее всего, был с огненной защитой. При таком даже дамаге он не быстро слился, но и не выжил. То есть, я не знаю, есть ли смысл ему ставить тот же самый бастион. Сюда бы еще доспехи, было, думаю, очень интересно, так как он ближнего боя. Он будет забегать в пачку, плюс дополнительно наносить урон. Думаю, будет тоже неплохо. Так. Ну, самое главное, это ему включиться первым. Все, дальше уже все. Так, там сработал Атлант. Да, ну посмотрите на героев. Фрей и остальные, сколько он урона нанес. Так, а что я вышел? Надо было оставить, включить Седну, которую мы не воскресили. Вроде все нормально. Так. Ну, не знаю, мне нравится такая сборка. Даже там есть мега-мега тестеры, которые говорят, нахрена уклонение, если огненная защита, нахрена каменка, если огненная защита, нахрена герой, ангел. А вот именно для этого, чтобы он и отдавал урон, и держал урон. И вот вам ответ на то, зачем ему каменка, зачем ему уклонение. Он встает универсальным. Отражение есть, урон держит, а самое основное, чтобы он держал урон с таким талантом, как у него, он просто вот накинули на него, смотрите, череп сколько бьет, но не может его череп пробить. Просто тупо не может. И череп бьет под скиллом. Все, до свидания, череп. Просто жесть. Вот поэтому я думаю, что именно такая сборка. Еще потестируем с ожогом. Но вот это именно смотрится очень круто. Он становится у нас универсальным. Он и урон держит, и наносит урон. Так, его там слили. Ну, Седна, давай. Вот он сейчас под бафом Седны. Дальше продолжает. До свидания, герои. До свидания. С бастионом так бы не сделал однозначно. Вы уже пишите в комментах. Ну, я думаю, что это действительно золотая середина будет. Ожог не настолько будет интересен. Но будет интересен, но его можно заблочить. В принципе. А тут, если даже заблочат его, так у него есть... Вот смотрите, под молчанкой, насколько он офигенно против таких героев держит. И он вот отражалка работает и работает, и все нормально. Вот еле его там осилили. В общем, вот так вот, вот такая вот сборка и... Мне она очень нравится. Не знаю, что тут еще надо менять, но вот этого вполне будет хватать. Я тестирую одного и два героя против пачки. А если их будет несколько, он там будет просто себе со второй линии держать урон, наносить дополнительно урон, свой, снижать энергию и просто шатать. Не надо ему больше урона. Да, бастион классно, он увеличивает жизнь, но он не дает защиты. Вот новый талант, я думаю, для него вообще будет имбовым, потому что он даст и защиту, и даст еще жизнь. Пока, к сожалению, я его не вытащил, но я думаю, однозначно поставлю на него, как и на ворожея, потому что для них это будет вообще самый топчик. Все, пишите комменты, подписывайтесь обязательно, лайкосы, делаем топ-контент, участвуйте в конкурсе на Некроса. Всем пока.